Доброе утро, друзья! Ну как доброе? Софа-то, конечно, выспалась, а я вот нет. А все потому, что Софа меня сегодня разбудила ночью несколько раз. Первый раз она просто сидела у двери у ванной и громко мяукала. А все потому, что она захотела попить и требовала открыть ей дверь и включить кран. Если что, водичка расставлена у Софы по всей квартире. Она может воспользоваться любым напитком и попить в любое время. Но ей необходим только кран. А второй раз Софа устроила настоящий тык-дык и носилась по всей квартире. Все дело в том, что вчера нам привезли елочку, и мы просто не успели ее поставить. Собирать будем сегодня с вами. И из елочки вылетели куча божьих коровок, разлетелись по всей квартире. И Софа сошла с ума и сдурела, и решила их всех словить именно ночью. Ну что, время покушать? Софа у нас в последнее время поправилась, поэтому мы стали четко следить за ее рационом. Софу кормим строго по граммам, согласно ее весу 65 грамм в сутки. Насыпаем ей один раз, и она в течение дня это все съедает. На самом деле Софе пора доставать автокормушку и настраивать ей выдачу корма по граммам, потому что бывает, что она съедает свою норму за день сразу и требует еще. Кстати, о корме. Многие спрашивают, чем мы кормим Софу. А я рассказываю, что Софа у нас еще та привереда, что попало, кушать не будет. Но и мы бережно относимся к ее питанию. Поэтому выбираем корм Карника. Софе уже 11 лет, и помимо лишнего веса, у нее есть еще проблемы с пищеварением. Поэтому мы подобрали ей корм Карника с кроликом для чувствительного пищеварения. Что мне было важно при выборе корма, это то, что здесь до 65% мясных ингредиентов. А сегодня я решила побаловать Софика, угостить ее еще и влажным кормом. Она такое очень любит. Смотрите, как Софа улетает за обе щеки. И всем тоже попробовать советует. А для всех хозяев, кто применяет осознанный подход к питанию своих питомцев, у меня есть промокод ЗАБОТА, который дает скидку 10% на товары бренда Карника в Зоозавре в рознице или онлайн в срок действия до 31 декабря 2023 года. Знаю, что многие, наверное, уже в шоке от того, что Софа у нас сидит прямо на столе. Но для нас это совершенно нормально. Во-первых, потому что Софа у нас чисто плотно. А во-вторых, Софа знает, что еду трогать нельзя. Ну что, время собирать нашу елочку. Мне уже не терпится увидеть, как Софа на нее отреагирует и как будет выглядеть наша красавица. Софик, смотри, какая красота! А главное, как пахнет вкусно, да? Но я надеюсь, в этом году ты елочку не уронишь. В таком уюте сразу хочется больше времени проводить с семьей, укутаться в мягких пледик и смотреть новогодний фильм. Гладить наших пушистых. И, кстати, в последнее время Софик полюбила спать на спинке. Это так мило, мы каждый раз умиляемся, когда видим эту картину. А как ваши животные вас смешат? Расскажите ваши истории в комментариях. Нам будет очень интересно почитать. Ну что, с наступающим Новым годом, друзья, вас! Спасибо, что вы смотрите нас, пишите комментарии, ставите лайки. Нам это безумно приятно. Все это мотивирует нас снимать новый контент для вас. Желаем вам уютного Нового года, теплоты и любви в ваших семьях. А мы с Софиком обещаем вам дарить в следующем году юмор, классные эмоции, смех и бурчание Софика. До новых встреч в следующем году!